6 сентября 1522 года команда испанского мореплавателя Фернандо Магеллана завершила первое кругосветное путешествие. Длилась экспедиция ровно 3 года. Больше 250 моряков отправились в плавание на 5 судах. Это первое в истории кругосветное плавание доказало правильность гипотезы о шарообразности Земли и нераздельности океанов, омывающих сушу. В этот день 1766 года родился английский физик и химик Джон Дальтон. Интересно, что образование он получил самостоятельно, изучая книги, наблюдая за природой и различными явлениями. Его исследования внесли большой вклад в метеорологию. Джон выучился настолько, что стал преподавать некоторые науки в школе, а потом и возглавил философское общество. Но прославило ученого открытие дальтонизма. Он первым обнаружил, что некоторые люди путают красный и зеленый цвета, а другие не различают синий и желтый. Джон, кстати, и сам страдал от цветовой слепоты. 6 сентября 1973 года родился певец Юрий Шатунов. Неизвестно, как сложилась бы жизнь юного Юры и стал бы он солистом «Ласкового мая», если бы в 12 лет его не взяла под опеку директор школы-интерната в Оренбурге. Несколько лет «Ласковый май» гремел на всю страну. Группа давала по 40 концертов в месяц. Юрий Шатунов мешками получал письма от поклонниц. Однажды, устав от такого внимания, он просто сбежал в Германию. Вернуться на сцену Шатунов решил спустя 10 лет. Сейчас певец продолжает выступать на сборных концертах и гастролировать. Его поклонницы повзрослели, но до сих пор знают наизусть слова хитов «Ласкового мая».